Первые весенние теплые дни разгорячили краснодарцев, некоторые уже даже успели искупаться в местных водоемах. Вот как эти подростки, которых на телефон запечатлели прохожие, детей не останавливают ни холодная грязная вода, ни собственная безопасность. Парни взбираются на дерево и прыгают в реку. Практически везде установлены таблички с предупреждением о запрете купания, однако внимания на них мало кто обращает, а стоило бы. Берега еще не обследованы, состав воды не изучен, дно после зимы не расчищено. А поблизости нет врачей и спасателей. В местах возможного купания краснодарцев ведется патрулирование. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции МЧС. Мы не можем поставить через каждые 3 метра спасателя около каждого водоема. Но, тем не менее, у нас есть в базе данных места, где люди купаются, как оборудованные пляжи, так и необорудованные пляжи. И, конечно же, мы прикрываем эти силы и средства, мониторим, оперативную группу у нас участвует в этой работе. Количество дежурных групп увеличат к лету. Также на пресс-конференции обсудили подготовку к сезону паводков и пожаров и подвели итоги зимней работы, в частности, в период лавиноопасности.